Всем привет! Сегодня здесь один я, Илья Грабовский. Сегодня у нас 24-й выпуск iCast'а. Напоминаю всем, что iCast мы проводим каждую неделю в четверг, 12:00. Я устал, я ухожу. Так, давайте не будем мне мешать. Я очень долго не мешайте, потерпите меня. Писать можно в чате YouTube, в чате подкаста, можно в Твиттере. Пожалуйста, в Твиттере не забывайте ставить хэштег, потому что меншины — это, конечно, приятно, но отслеживать меншины возможно только после iCast'а, потому что я все-таки один, глаз у меня два, а чат и так три. Поэтому все-таки постарайтесь не забывать о хэштеге. Я буду стараться отслеживать это все везде, отвечать на все, что вы спрашиваете, но по мере своих возможностей. Поэтому если что-то пропущу, постарайтесь сразу не кричать, не злиться, спросите еще раз. Все-таки в этом страшного ничего нет. Так, сейчас я все открою, все чаты. Так, твиттеры. Везде что-то наливают, разливают. Чай. Печаль. Реклама алкогольная запрещена. Так, basic excuse про... Как можно вести iCast в таких условиях? Блин, зануда пишет, камера чуть ниже, но... Там батарея, понимаешь ли? Так, чего ждешь от Galaxy S4, спрашивает Кирилл. Ну, если бы был Казаков, я, наверное, вопрос бы передал ему. Тут еще такой смайлик смеющийся. Ну, наверное, хотелось бы, чтобы флагман все-таки выходил не в пластике. Это единственное, наверное, чего я от него жду. Больше я от него ничего не жду. Жду, наверное, чтобы будет презентация смешной, интересной. Ну, больше-то, наверное, даже и не знаю. Я не слежу за Samsung. Мне сложно что-то тут сказать. Просто жду, что он будет лучше, чем предыдущая модель, составит какую-то конкуренцию iPhone, пятерки, соответственно, чтобы шестерка была, или там 5S была еще лучше. Собственно говоря, конкуренция в любом случае хорошо. В особенности для нас, конечно, пользователей. Так, привет, Илюха, пишет Никита Рыжаков. Никита, тебе тоже привет. Так, почему-то YouTube чат меня чуть подтормаживает, но ладно, надеюсь, это все-таки временные лаги. Так. Это твой MacBook? Нет, MacBook меня не подтормаживает, я все вижу. Так, нас уже 94 человека, давайте я уберу эту надпись, которая наверняка всех отвлекает. Никому не нужна сейчас. Вот так, уберем. Так, почему на канале нет 23-го iCast'а? Ну... Наверное, его нету по той причине, что выкладывают их обычных Казаков. Он болел, сейчас он временно уехал в Муром. И, наверное, когда он приедет, тогда и выложим и 23-ю, и 24-ю запись. Ну, пока придется подождать или позавидовать тем, кто видел это в прямом эфире. Так, вам тоже кажется, да, что у меня там часики где-то ползают? Правильно, наверное, отключу. Вот так лучше. Так, Антон Ларкин пишет, ну, не знаю, по поводу чего, наверное, по поводу начала, но мы вроде уже начали. Так, Илюха, очень печально твоим уходом. Ну, давайте по поводу ухода я пока особо ничего говорить не буду, я все напишу, в принципе-то полностью я не ухожу, и все равно я буду что-то писать. Админку пообещали мне вроде не закрывать, просто буду пореже, скажем так, не мозолить глаза. Здравствуйте, вы можете рассказать об изменениях iPad 4 и iPad 3, спрашивает Саша Клименко. Саш, ну, особых изменений-то, наверное, нету. В основном, чего коснулись изменения, это разъем, Lightning, молния теперь появилась. Вроде говорят, быстрее, поудобнее, можно вставлять любой стороной. Это, наверное, самое основное, ну, чуть-чуть помощнее. А в целом-то, если у тебя есть возможность, наверное, купить и третий подешевле, причем принципиально, то... Если вопрос как бы идет к этому, то лучше тогда, наверное, бери третий. Как бы разницы-то особо не увидишь. Самое главное, Retina и там есть. Что еще можно требовать, этого, наверное, я не знаю. А почему ты не хочешь сам сделать лайв с презентацией? Спрашивает Евгений Кольцов. Евгений, о какой презентации идет речь? Презентаций много. Тут вроде и Sony намеревается сделать какую-то презентацию, куда пойдут наши андроидоводы. И Samsung вроде ночью делает презентацию, но оттуда лайв... Кроме Samsung-то, наверное, никто вести и не будет. Все-таки это далеко и поздно. Поэтому уточни, о какой презентации идет речь, а там уже и посмотрим.
Макс, тебе тоже привет. Рад тебя видеть. Спасибо, что пришел сегодня. Приходил раньше, придешь еще. Так, вопрос. Какой вопрос, Макс? Так, тут что-то фиолетовый текст, какой-то девчачий. Сопли сегодня в чате появились. Так, Пинч. По поводу вопроса NPC в 5S, будет ли, в каком виде? Нет. Ну, что касается, будет ли, не знаю, нет, мне кажется, что не будет, потому что Apple как-то обошла эту тему в пятерке, и, соответственно, наверное, в 5S это тоже не будет. В принципе, вопрос спорный. Можно найти миллионы способов и применения NFC, и в то же время и миллион способов, как можно обойтись без этого. Поэтому тут скорее на любителя. В принципе, можно и с этим, можно и без этого. С этим, наверное, как-то это будет и удорожание, а может быть и сохранится цена. Поэтому, ну, вопрос, опять же, спорный. То есть, нужно, не нужно, как бы. Давайте поделимся своим мнением. То есть, ждете ли вы это или нет, нужен ли вам этот чип или нет, и вообще, как бы вы его использовали. Вот это, наверное, самое интересное. Как вообще? Так. Илья, недавно по вашей статье читал про смарт-кейс кавер с аккумулятором. Как ты к этому относишься, если на iPad 5 и iPad mini Retina? Ну, вообще, как бы любой аккумулятор, который можно взять с собой, это уже хорошо. Другой вопрос, что сейчас, что смарт-кейс, смарт-кавер достаточно тонкий, достаточно такие компактные. Если там появится аккумулятор, то, несомненно, как-то повлияет на эти размеры. И уже такого, наверное, такой изюминки вот в размерах не будет. Но в то же время, зная Apple, можно сказать, что, как сказать, такой топорной работы мы тоже не увидим. Поэтому, если это будет реализовано, но, опять же, это только патент, как бы, если бы все патенты были реализованы, то, наверное, на iPhone можно было бы в космос летать. Поэтому, ну, вопрос спорный, как бы. Вообще, наличие такового в чехле, это прекрасно. И особенно, если бы выпустил что-нибудь такое для iPhone, чтобы в iPhone, ну, в чехле для iPhone тоже был аккумулятор, именно от Apple. Думаю, это было бы самое такое идеальное решение. Но посмотрим, в общем, как это будет, вообще будет ли это реализовано, и каким путем Apple к этому подойдет. Вряд ли это будет как-то так просто. Вчера купил себе яблоко, но оно сгнило. Где ваше качество Apple? Ну, что ж тут сказать. Сгнило, так сгнило, не повезло. Почему iPhone 5 6.1.2 прошивка качает медленно приложение с App Store? Ну, честно говоря, я такого не заметил. Я заметил, что иногда бывает App Store сам по себе тормозит. Но такое у меня было, в принципе, и на другой прошивке, поэтому, ну, мне сложно винить именно прошивку. Ну, не знаю, в общем, я с таким не сталкивался, и поэтому мне что-то сказать в этом плане сложно. Так, покажи свой iPhone 5. Ну, давайте не полезу в карман, он, в принципе, белый, обычный. Расти большой. Извините. Спасибо. Так. Привет из Симферополя. Супермен 54298. Тебе тоже привет. Как я пришел в Фонсандеру, я думаю, я напишу завтра. Завтра выйдет пост. Не знаю, во сколько, как будет позволять мне время. Я обязательно напишу интересный пост. Возможно, он поможет и тем, кто хочет прийти на открывшуюся вакансию. Возможно, он наоборот покажет кому-то антимотиватором к этому. Ну, в общем, должно быть интересно, наверное. Так, теперь заглянем в чат подкаста. Вот пишет, в качестве электронных пропусков карточки для проезда метро это самое востребованное для NFC. Ну, да, наверное, вот только в качестве таковых пропусков я вижу этому применение. Удобно было бы закачать тот же пасбук, скажем так, или какую-нибудь альтернативу, все эти пропуска, и просто прислонять свой iPhone к проходной. Ну, чем меньше, в общем, в карман лежит, тем лучше. Это я даже не спорю. Стоит ли покупать сейчас iPhone 4, спрашивает Андрей, если не интересует игры. Ну, в принципе, я вот только недавно сменил свой iPhone на пятерку, и поэтому четверка вполне хороший вариант, если особенно игры не интересны. Вот с играми, наверное, уже будет проблема, особенно с тяжелыми. К18 пишет, помните меня, и восклицательный знак. Ну, наверное, помним, да. Ребята, iCast уже начался, спрашивает Максим. Да, начался уже минут 10 назад. Тут кто-то рядом смеются, что-то пьют, веселятся, танцуют. Чай пьют. Как всегда, привет из Праги, Дмитрий Кривенко. Привет, Дмитрий. Ребята, я точно помню.
Собака надругалась над моим айфоном, пишет Салима Гаджанов. Не могу прочитать так, как это есть. Обоссал. Да, это я бы сказал, кое-что другое. Ну, в общем, мне даже, не знаю, интересно или нет, куда она это сделала в айфоне, в общем. Ладно, пропустим. Как ты думаешь, будет ли iPhone 5s летом? Спрашивают за Unboxing HD. Не знаю, летом, наверное, нет. Выйдет в этом году, думаю, точно. Но летом вроде айфоны никогда не выходили, поэтому не думаю, что этот год станет исключением. Скорее всего, либо весной, либо осенью. Летом обычно обновляют, насколько я знаю, операционки и MacBook'и. Поэтому, что касается iPhone, либо там iPad, наверное, вряд ли. Так, сейчас. Илья, что за камера сзади? Тебе что, угрожает? Нет, просто камера стоит, она даже закрыта. Canon ES60D. Хорошая камера. Вот показывает палец вверх. Камере палец вверх, камера лайк. В общем-то, если вам нравится Canon, ставьте лайк под видео. Он, как говорит, забыл где-то вот, ну, короче, вот где-то здесь. Это как iPhone. Да, в общем, Canon 60D, вот говорит, как iPhone. Наверное, вообще, Canon... Марк это, наверное, серия, как будет iPhone 5, а Canon 60D, это, наверное, iPhone 4, так скажем. Ну, четверочка, нужно говорить. Подсказывает мне тут сбоку. Так. Если выйдет 5S, ты будешь менять свой iPhone 5? Ну, когда-нибудь я буду менять iPhone 5. Вопрос только стоит, когда, но сразу не буду. Ну, в этом году я точно не собираюсь менять, только если случай какой-то физический, там, поломки, если он там согнется пополам. Так, Илья, игры. Про что игры, Иван? Не понимаю, про что ты спрашиваешь. Сколько ли еще будет актуально? Сколько еще будет актуально iPod Touch 4 поколения, спрашивает Евгений Кольцов. Да, я, честно говоря, не знаю, сколько будет актуально. Долго, наверное, еще год будет. Пока вы будете слушать музыку. Пока вы, да, вот играете эту песню, он будет точно актуальным. А кто там базарит на заднем плане, задаете фон? В парадокс никак не может угомониться. Ура! Всем привет! Ребят, что там с Leap Motion? Leap Motion к нам едет, наверное, с июня, где-то мы ее заказали. Ну, что-то как-то едет, надо было всяких разработчиков, в общем, указывать, наверное. Ну, как-то она едет, но вроде говорят, что к маю должны прислать всем, кто заказывал в первой волне, поэтому ждем, как придет, сразу сделаем обзорчик. Где Казаков? Казаков уехал в Муром, ну, для тех, кто не знает, Казаков сам из Мурома, поэтому уехал, в понедельник он уже в общем будет здесь. Так, так, это я читал, давайте вернемся. Давайте в Твиттер заглянем. В Твиттере давно ничего не прочитал. Так, Илья, поздравьте меня с iPhone 4S. JFiru. JFiru, поздравляю с iPhone 4S. Хорошее начало, вполне хорошее устройство для того, чтобы окунуться в экосистему Apple. Ну, то есть, выбор замечательный. Расскажи про какие-нибудь чехлы для iPhone 4S. Ну, скажем так, тут можно обобщить, наверное, для iPhone 4S и 4, в принципе, одинаковые. Ну, их очень много, говорить можно тоже очень долго. Ну, вот лично я думаю, что, наверное, лучше чехол это бампер. Собственно говоря, для пятерки, наверное, тоже, но тут немного другой вопрос. Для пятерки мне, допустим, нравится Red Angel чехлы, все, собираюсь купить, никак не дойду. А вот для 4S это, наверное, все-таки... Бампер тот же от Apple, наверное, хотя просят они за него очень много, как по мне. Либо что-нибудь из Азаки. То есть Азаки, как по мне, тоже делают очень крутые чехлы. Как и для iPhone, так и для iPad. Ну, как-то так, наверное. Так, Илья, расскажи о новом iMac с креплением веса. Я что-то такого даже не видел, сейчас посмотрю. Ой, вы видели новый iMac с креплением веса? Нет, никто не видел. Ну, вам пофиг, ладно. Кого? iMac с креплением веса Mount Adapter. А перевести можно? Нет. На стену. Ну, короче, да, это iMac, у которого крепление, вот, в общем, вот вместо ножек. iMac веское крепление? Нет, новый. 21,5, 27. И у них, вот, у них там такое крепление, в общем, вешается на стену, и он так, ну, просто, ну, что я могу сказать, прикольно. Удобно, наверное, для каких-нибудь выставок, где надо повесить много этих. Вообще было прикольно, если ты приходишь в Burger King, а там вместо телеков Samsung висят вот эти iMac и так уклоняются. Вообще круто. Так,
Скинули мне тут что-то, какое-то приложение с ребусами. Скажу честно, я не играю, поэтому какое слово там зашифровано, сейчас точно не скажу. Поэтому, ну, не знаю. Что заказывал с eBay? Евгений, заказывал много. Заказывал и обувь, и аксессуары заказывал. Причем недавно, в общем, заказывал. Там порядка 3-4 посылок идет с разных, из разных стран. Но, как бы, вот только недавно начал, скажем так, свое близкое знакомство с eBay, поэтому пока не могу сказать ничего. Я мыло за 200 баксов. Что заказывал? Мыло за 200 баксов. А, ну вот, ты что, дурак? Я заказал iPhone. А, пришло мыло. А, ну вот Стас говорит, что заказывал мыло. В общем, заказывал iPhone, пришло мыло. Ну, это, наверное, вина скорее... Спасибо почте России. Да, это, наверное, вина все-таки не eBay, потому что я думаю, ты заказывал топового продавца все-таки. Да, то есть, в принципе, если вы заказываете у топового продавца, вы можете быть уверены, что вам придет именно то, что нужно. Другой вопрос, как это произойдет уже с почтой. То есть, в принципе, если доставка осуществляется с каким-то FedEx'ом, допустим, или почте, допустим, в США, то тут, в принципе, наверное, может быть более-менее уверенно. Хотя все равно в США почта все равно придет к почте России. А вот если всяких FedEx, там, DHL, то тут можно быть уверенным, не сомневаться, все будет в порядке. Ждете ли вы выхода iPhone mini? Нет, вообще не жду, не понимаю, зачем он нужен. То есть для меня это вообще бесполезное устройство, и не понимаю, зачем его ждут другие. Как ты думаешь, какова будет цена на iWatch? Честно скажу, не знаю. Вот у нас здесь в офисе лежат часы от Sony. Ну, не знаю, мы можем показать часы, мне их дадут. Да, ладно, фиг с ним. В общем, сейчас мне дадут, ладно, давайте покажу. Они очень крутые, да, скажем. Ну, в общем-то, вот это вот часы от Sony. Они вот такие вот, то есть, в принципе, на клипсе. Внешне, ну, в чем-то внешне они похожи на iPod Nano 6-го поколения. Форфактор, скажем так, такой же. Но, совершенно разные. Ну, вещи разные, но как бы смысл примерно такой же. То есть клипсы и вот ремешочек с ними идет. Такой ремешочек прикольный. Это пультик от Android. Ремешочек. Вот, кстати, такого ремешочка не хватало iPod Nano, самого простого. И чтобы классно держалось. Вот. Что касается крепления, вообще все супер. А что вообще? Ну, вот на Яндекс.Маркете они стоят от 3,5 тысяч. То есть, соответственно, где-то, наверное, Apple, наверное, будет стоить около 199 долларов. Ну, там, в зависимости, опять же, от того, будут ли какие-то комплектации или нет, ну, в общем, все условно, все специфично. А еще в комплекте где-то такое крепление. Да, вот какое-то крепление, а до чего оно идет? Это обычные браслеты. А, вот да, идет еще такое какое-то классное крепление, показали. То есть, в принципе, если у вас есть браслет, да, вот там держать для часов обычных самых, то есть, в принципе, в ограничении с ремешком нет никаких вообще. Покупайте ремешок, какой вам нравится. Ну, скажу честно, вот здесь, наверное, Sony уделали вообще все. Вот заодно это уже как бы супер. Смотрите обзор. Да, вот тут вообще как бы никаких нареканий нету, и все супер. В смысле, где? Ну, в самом прикупнике. Так. Что возможно в часах Sony? Скажу честно, я лично не имел с ней возможности познакомиться близко. Скоро у нас же снимут. Вышел обзор. А, вышел? Да. Да, обзор, говорят, уже вышел, поэтому можно ознакомиться на канале Android Insider.ru. Там все, в принципе, расскажут, что можно, что нельзя. Так, вот тут Остап Крисов пишет: всем привет из Португалии. Нам от нас огромный привет. Очень даже, наверное, неожиданно, что нас смотрят и в Португалии тоже. Очень интересно. Так, вы продукт! Да, вот там какая-то скрытая реклама у нас, незаметная такая. Тут что-то еще, это веб-парадокс, наверное, уже рекламирую. Когда будет следующая презентация Apple, спрашивает Макеш, ну, наверное, она будет где-то, пришли, не знаю, ну, уже в конце мая это вряд ли, но где-то в апреле, лично моем. Хотя, я что-то вообще уже убрался. Не знаю. Что тут показывает череп, не знаю, смогу, все. В общем, короче, хлама будет много. Не жестко открывать. Так, давайте контакт в Твиттере. Вы слишком громко балаганите. Как я вас построил. Тогда пиши. В комнату с тобой сходим. Вот, а здесь даже из Кёльна привет. Из Праги передали, из Кёльна привет. В общем, весь мир нас смотрит. Это очень приятно. Можно? Раздолбал я уже бампер Apple-ский. Ну, Иван, раздолбать можно любой чехол. Как бы, не знаю, могу посоветовать... От создателей Lightning часов какой-то там чуть ли не бронебойный чехол, но ваш iPhone увеличится раза в два. Скажи, у нас обзор за 30 тысяч. Да, вот там у нас бампер за 30 тысяч, можно купить его в хоспите. А вообще, найдите человека, у которого есть 3D принтер, и пусть он вам сделает чехол на 3D принтере, вообще неубиваемый материал. Я теряю, говорю, вот
Так, что ждет от Galaxy S4? Ну, как я уже сказал, от Galaxy S4 я, в принципе, вообще ничего не жду. Софт тут кричат там, ну, это уже не мои пожелания, как бы. А я, в принципе, ничего не жду. Будет прикольно, если они запустят, допустим, на презентации. Вот это было бы весело. 4 года назад, помнишь. Привет с Молдовы. Да, Молдова тебе тоже привет. Приятно, что у нас такой интернациональный выпуск. Сейчас столько стоит. Чуть больше 1000 рублей стоит. Ну, вот так. Сделай себе голос Масяни. А я не знаю, можно здесь голос Масяни сделать? Я посмотрю. Московском собой. Я могу сделать вот так. Сейчас, вот если будет тишина. Стоп. Собой калище. Стоп. Я могу сказать, что Samsung S4 будет крутой, а потом включить ха-ха-ха. Где-то вот сейчас они должны были раздаться вообще. Слушай. Надеюсь, они прекратились сами. Больше сотни. Он что строит? Сколько человек не слышал, что собой калище? 164 человека. Нет, даже 164. 162 ушло. Теперь 2 человека просто сдохло, по-моему. От полученной информации. Нет, он пропустил просто офигел. Поставь себе смешную рожу. Какую? Еще какую-нибудь рекламу дайте. Какую-нибудь 300 рублей. Нет, ну не так. Нет, дело не в них. С чего качать игры на iPad? С App Store можно качать игры на iPad, а больше ни с чего нельзя, собственно говоря. Это пиздец. Ух ты, какой слот у нас попал сейчас в эфир. Так, еще раз скажу, от iPhone, точнее, мини я ничего не ожидаю, iPhone мини я не жду, не нужен. Как по мне, это вообще бесполезное устройство. И никому оно не нужно. Есть ли смысл объективного клип? Три линзы, фишай, ширик и макс. Да, вот скажу честно, я бы себе с удовольствием купил клип. Ну, если вы ищете линзы, то круче клип вы, наверное, найдете. То есть тут как бы проверено время, проверено количество пользователей. И, ну, то есть, в общем-то, я вот лично советую клип. Другой вопрос, где вы их собираетесь покупать? Потому что, скажем так, с бугром-то они стоят копейки, а здесь они стоят втридорога. Сейчас приеду, сделать там 10 штучек, приезжаю. Так, сейчас откроем чат YouTube. У них группичка как при заправке. Привет, передай городу... Так, я тут начал читать. Передай привет городу Васинагас, Литва. Привет. Так. В чем так? Илья, еще один вопрос. Вы на 3D принтере печатали iPhone 6? В чем я сам не знаю, я заставляю сидеть как за стеклом. Ну, в смысле, софт какой использует? Так. Ну, собственно говоря, нет. На 3D принтере мы не печатали прототип iPhone 6. На 3D принтере мы, допустим, печатали вот этот вот череп. И надо сказать, то, чем получилось круто, вообще неразбиваемый. Да не трогай, его круто поставил в кадре, хорошо смотрится. Блин, вот такая рожа теперь у меня. Как вам договорить? К шефу. Все вопросы. Ирина, слышишь? Напишем. К вам мы договорились, а к нам какие-нибудь посты. О чем? С хуйню там. Так, если нет EG, то приложение качать исключительно по Wi-Fi. Ну, нет, можно скачать, допустим, на компьютере в iTunes и закинуть их на свое устройство. А если речь о компьютере не идет, тогда, конечно, по Wi-Fi. Собственно говоря, как вы по-другому получите доступ к интернету? Нет, привет из Грузии, пишет за Unboxing HD, тебе тоже привет, нас все больше, скажем так, интернациональность все растет. Прощаем по вас, так. Про... А что есть подделки нового клипа? Да, Саша, да, нет, подделок, наверное, нет, хотя, нет, китайские подделки есть, это точно. Но в целом просто есть альтернатива нового клипа, скажем так. Но и вот среди всего этого разнообразия я бы все-таки выбирал нового клипа. Это все-таки провернее, лучше, ну и качественнее. Как бы его... Так, кто вечно лезет в кадр-то? Это череп. Череп, говорят. Шиллер сегодня заявил, что дисплей iPhone 5 лучше на рынке смартфонов, а также, что другие производители увеличивают размеры девайса, чтобы впихнуть большую батарею в сравнении с iPhone 5. Твое мнение? Да сложно сказать. Лучше, не лучше, как бы по количеству пикселей на дюйм, наверное, не лучше. То есть, ну, спорный вопрос. Мне нравится. Через неделю вот тут был где-то вопрос про Google. Да, типа, супер, что думаешь на... про закрытие Google Reader? Пользовался? Что посоветуешь на замену? Я, честно скажу, я не пользовался Google Reader. Я, наверное, о нем узнал только потому, что он закрылся. Поэтому замену, я вот не знаю, что вы заменой пользуетесь? Пока не знаю. Ничего нет замены.
Фидли сегодня рекламировали везде. Фидликом. У Яндекса. Фидликом, да, рекламируют. Говорят, у Яндекса что-то есть. Не знаю. Я думаю, что просто это продвижение по времени. Я читал на Яндексе. Яндекс полный. Вот так. Яндекс просто у меня уже там подписки, тем более. Google Reader поддерживается многими приложениями. Придут ли 10 пленок с eBay за 90 рублей? Придут, чего пленок, это себестоимость на самом деле копеечная. То есть, если купить себе какой-то такой аппарат, не понял, как он правильно называется, который режет эти пленки, как называется правильно этот аппарат, который режет пленки. Сколько времени? Ну, в общем-то, стоит он очень много, но, собственно говоря, купиться, наверное, можешь со временем. Давай, надо пленки, я побежал. Там продавать, наверное. Так, как перевести App Store на русский язык? Ну, если это делается в iTunes, в App Store самом, то у вас должен быть просто сам по себе русский аккаунт. Если же это делается в iTunes, то там есть где-то переход из магазина по странам. Ну, в общем-то, тоже несложно. Но где-то в самом низу. По булькам. Так, вот тут привет из Краснодара пролетел. Никита Рыжаков. Мы тебе завидуем. 24 градуса. Это очень круто. У нас здесь минус. Вроде обещают в субботу плюс 4. Но значит, будет грязь. Да, вот пишет хорошая читалка. Есть фильмы. Ребят, собираюсь открыть канал свой на обзоры iIgr. Можно ли заработать на YouTube приличные деньги? Есть ли шанс стать хорошим обзорщиком на фоне всех тех, кто уже есть? Если вы хороший обзорщик, то есть шанс. Ну, в общем-то... Напишите твиттер мой в канале, пускай подписываются. Ну, в общем-то, шанс есть. Если вы хороший обзорщик. Не здесь пиши, на чате YouTube пиши. Ух ты ж, блин, Гофред тут, короче, вообще... Что ты хочешь сделать? Нет, пусть посмотрит фотку на Balenciaga.ru, там прикольно. Говорю, что хотят творят. Мне интересно, что обозначает логотип Apple? Как ты думаешь? Я думаю, что логотип Apple – это откусанное яблоко. Оставайся здесь. Ну, у нас дом есть, кровать есть. Я могу на поезд ехать. Да, так что ты фотки фишаем скидывай. Что? Подпишись на веб-парадокс. Написал пьяный Глафред. Он не пьяный, он на румяный. Что, он видит? Смотри, он же неправильно пишется. Да что творится? Ты даже ничего не написал, как исправил. А можно придумать? Всем привет! С вами. А я потом назад привет буду смотреть. Я пьяный. Кто думает, редакция Apple Cider об сфере? Сейчас пойдет череп, будет очень... Я думаю, что сфера это глупая игрушка, хотя в то же время это глупая. Ты неправильно писал, чувак. Не X, а X на конце. Давай, с третьей попытки. Ядрить палатить, ну что за сфера, ну игрушка прикольная, поиграться интересно, но думаю, надоест вам тоже очень быстро. Ничего себе. Где потом выложить, чтобы распиариться, мне там показали в твиттере. Мне показали по телевизору. Подпишись на веб-парадокс. Фейспалм, да, да. Крутая штука. Хэнгаут. Так. Она мультикол позволяет, да? Осади Рената, он очень мешает. Ряд, тебя пресс осади. И нас все, давайте я поеду, правда, я поздравляю. Когда тебя нет в кадре, все просят, покажите давайте головреда, покажите головреда, а тут мешает видите. Да вообще, парни, сейчас. Так же жестко забухаем? Давай. У вас печень такая же, как Рената, есть? Ну, мы стараемся держать планку определенную. Напиши, что я не уверен. Корпоративный стиль. Очень. А ты прочитал книгу про Стива Джобса? Да, читал, биографию читал, что ты еще читал, скажу честно, не помню. Читал, ну, порядка трех, наверное, книг, было и презентации, помню, и какие-то правила. Ну, интересные, в принципе, есть чем учиться, но, наверное, по книгам все-таки сами когда ничего не учишься. С утра встали. Сначала я храпел, потом он храпел. Какой-то балаган, да вообще Казаков бы их разнес к чертям, да? Давай. Пусть все заткнутся, пишет ты, говоришь, шовкопляс. Скажи дальше. Это лучший выпуск. Нет, лучший выпуск был, когда приезжал Миша. Блин, это очень смешно. Кто знает про Samsung Galaxy S4? Что в нем нового? Что в нем нового можно будет узнать сегодня ночью. Да, все говорят, что будет софт. Восьмиядерный процессор. Восьмиядерный процессор. Full HD экран. Лопата. Это фотку показали, да? Ну, в общем, очередная 5-дюймовая пластиковая лопата, которая может копать картошку за 30 тысяч. Нет, с хорошей, четвертой. Вот, ну, как бы, все сегодня увидеть можно, если не ошибаюсь, в 3 или 4 часа ночи по московскому времени. Ой, извините, у меня же горло пересло. Четвертый говно. Реально говно. LG сэкономила по полу. Чуть потише. Спасибо. Да не за что. Сколько стоят часы Sony, спрашивает аж Капсон.
Они идут по 3500, в Яндекс.Маркете можно посмотреть. Вот коллеги мне подсказывают от 3500. 4000 рублей пошли? Ну да, это... Митя, привет. Ядро стоит. Ядро, ну, через браузер Merkel на iPad. Он редакции знает, как настроить синхронизацию с Chrome, как там громко говорить. Я скажу честно, я не пользовался браузером Merkel, я даже не знаю, что это такое. Поэтому по поводу синхронизации не подскажу. Чем тогда, честно говоря, вас не устраивает сам Chrome, если нужна с ним синхронизация? Может быть, проще было бы один браузер использовать? А вот тут вопрос, наверное, я Стасу задам, он разбирается лучше. Восьмиядерный процессор, а сколько ядер работали? Будет 2? В трудоемких процессах будет работать 4 ядра Cortex-A15, а в нетрудоемких 4 ядра Cortex-A7. А куда еще 4? У процессора 2 ядра. Ой, 8 ядер, а 4 8 ядер, 4, да. 4 ядра работают на Cortex-A15, на архитектуре, которая более производительная, более энергоемкая. А 4 ядра работают на архитектуре Cortex-A7, uh-huh. которая более-менее... Кажется, сколько ядер работает, пока телефон заряжается? 4. В общем, всегда у вас будет работать 4 ядра. Так, да, вот как раз так и пишет. Что думаешь... Говори, Сашок, все. В общем, я понял, честно говоря, вопрос. Можно ли установить на iPhone 6 прошивку? Нет, насколько я знаю, iOS 6 уже не идет на iPhone 3. Тут, блин, мой iPhone где? Вот здесь он лежит. Тут провиди просто на стол очень много. Пожалуй, просто свой iPhone в карман. Кстати, очень хорошая штука. 80. Так, парни, вот высоко мы дроидер проводит различные розыгрыши на технике и приложения. Будет ли розыгрыш у вас? Да, Никита Лукашевич, мы постоянно, на самом деле, разыгрываем приложение в своем твиттере Apple Cider.ru. Технику уже мы тоже стараемся разыгрывать, скажем так, систематично. Может быть, не так часто, как остальные, но все-таки стараемся, подходим к этому ответственно. Вот недавно разыгрывали 2 айфона, собственно говоря, прошел полтора месяца, наверное, розыгрыш. Разыгрывали джойстики, я помню, какие-то хорошие. Сёрби разыграли несколько штук. Ну, то есть, собственно говоря, следите и не пропустите. Я думаю, розыгрыш будет обязательно. Так, заглянем в твиттер опять. У вас много людей в офисе. Все пришли на собеседование. Даже Рената не слышно. Не знаю, он в веб-парадокс пришел на собеседование. Пришел покупать. Собираюсь этим летом в Америку. Хочу взять там iPhone, я 500 модель. Будут ли они работать в России? Да, будут. Берите просто незалоченные. И все работает, будет. Это вообще как бы не проблема. Ужасные деньги выделяются. Услышал стук стекла. Скажи Ренату, чтобы много не пил. Даже дикий. Сейчас Ренат выпьет, я ему скажу. Ужасные, да? Давай обсуждать. Так. Просто не был подписан на твиттер, Никита пишет. Никит, подписывайся обязательно, там в нашем официальном твиттере всегда разыгрываются хорошие призы, хорошие приложения. Вот недавно я буквально на днях разыгрывал что-то от Эмми. С этим, да, как обучающий урок. Так, комментарий удаленный, только какой-то вопрос, но я не успел прочитать. Стоит ли покупать iPod Nano 6, что поколение его мать? Ну, для тех, кто не знает, да, я напомню, что это ремешок. Да, покупать, в принципе, стоит, как часы, это хороший вариант, но, в принципе, это можно чуть-чуть подождать, а вовсе и выпустить в ближайшее время свои часы. Ну, как бы, комбинация iPod Nano и Matic, идея очень хорошая. Илюх, мне кажется, один в офисе трезвый. Конечно, я один в офисе трезвый, сейчас они, вот, чуть не упало, чокаются, я думаю, слышали. До конца довести это, ну, вот я как... Да что-то там, короче, рога показывают, я вам привет. Желаю, честно, я в Galaxy 4 будет управление взглядом и беспроводная зарядка. Ну, я тоже смотрю. Управление взглядом есть в Galaxy, особенно Galaxy S3, поэтому думаю, есть смысл сдвигать эту четверку. Что касается беспроводной зарядки, ну, наверное, будет, но в любом случае зарядка это проводная, саму эту зарядку вам нужно подходит в розетку. Поэтому, собственно говоря, разницы никакой нет. Вот если бы вы могли находиться как в зоне Wi-Fi, и он заряжался, то это было бы круто, да. А так разница. Успокойте, плиз, невозможно смотреть. Успокойте. Бублик-программист. В общем, бублик-программист. Бублик. iPod 6 надо, пишут. Так, с производства это сняли. Да, где купить, можно просто задать iPod Nano 6 поколения в Яндекс.Маркете, найти. Кстати, на них цены подскочили после того, как все захотели купить.
Сделайте свой харнем шейк. Я думаю, сейчас камеру повернуть на тех, кто за кадром. Все, давай, топай. 6, ну ладно, давайте. Сашок, второй пасашок, и я ухожу. Посмотри индекс пробки. Ну, успокой их, пожалуйста. Индекс пробки, в метро нет. Оставайся. Что же я могу с ним поделать? У меня живой харнем шейк за экран. Харнем шейк говно. Гангнам стайл руль. А если совместить? Представь, сначала кто-то танцует Гангнам стайл, а потом так говно с Харлем Шейк. Ну красавцы, чего? Так там же еще одна была половина. Так мы, например, только что принесли. А, еще? Это называется старая школа. Так, привет, я только пришел. Где Илья Казаков? Илья Казаков в Мурме, он приедет в понедельник уже будет в офисе. Ну, не знаю, устроил личность рассказ, но, собственно говоря, в понедельник он уже будет. Иван, да, я нарежу эти вопросы, потому что это не совсем так. Я расскажу об этом подробнее завтра, будет отдельный пост. И ну, будет все получше. В общем, ну, поэтому пока нет смысла отвечать. Ну, и поэтому нет смысла, по крайней мере. А сколько платили? Сколько денег? Так, ну сколько тысяч? Кто сказал? Да ладно. Кто сказал, Харлем Шейк говно? Посмотреть можно? Два раза в день. Кто сказал Харлем Шейк говно? Посмотреть можно? Еще раз спрошу. Нет, меня нет. В общем, тут хотя бы посмотреть на тех, кто сказал Харлем Шейк говно. В общем, что такое станок с ЧПУ? Будет надо у Казаку узнавать. Я же понимаю, что интеллектуально шучу. Почему ты один в кадре? Покажи всем. Потому что они все за кадром. Он работает 2-3 года. Удалённый ли? Вот, 2-3 года. Илья, пси реально анонсировали Гарлем Шейк. В апреле сингл будет. Нет. Слышишь? Пси анонсировали Гарлем Шейк. Не пси, а псай. Да псай, пси, какая разница? Псай — это пси, говорят, которые, блядь, не очень... Это из деревни, немецкие. Да? Лошки. Короче, я лошок, потому что я говорю пси, потому что они... Ну, псай, ваше, ваше здоровье! Отпишитесь, а твой парадокс, все, кто подписался на твой парадокс. Даже на те, которые неправильно были написаны вообще. Блин. Вы будете транслировать WWDC 19? На Android Insider. Android Insider. Слушайте, давайте прямую трансляцию с нашего ебанутого экстракта. Сай, сай, сай! Чего? Сосай, сосай. Что за камера на заднем фоне? Canon E60 с детства, мы уже вроде говорим. Как сказали наши коллеги, это, в общем, iPhone в мире камер. Как мы доедем с этими камерами? Ну, мы будем раз. Шеф. Это у меня все. Ребят, кто пишет в Твиттер, пожалуйста, пишите не в меншины, а с хэштегом, потому что отслеживать без хэштега очень сложно. Так, привет, Айру. У меня вопрос по поводу iPhone Nano 6 поколения. Сейчас на eBay очень много предложений по продаже всего девайса с этикеткой восстановленной. На работу. Стоят они порядка $100. Каково качество таких плееров? Ну, собственно говоря, опять же вопрос, кто восстанавливал. Ну, возможно, и нормально. Нормального качества. Честно скажу, вот что касается восстановленного, тут говорить очень сложно. Потому что восстановленный может быть из любого состояния теоретически. Поэтому сложно сказать. Ребят, хорош материться. Пишут так, я ни при чем, не просить. Че, не ответили хоть что-нибудь, а что ты пишешь, Ваксу? Я просто правда не видел, может пропустил. Как ты думаешь, выйдет камера Apple? Ну, не знаю, нет, камера, наверное, Apple не видит. Apple, я думаю, будет стараться продвигать камеру в своих мобильных устройствах, а отдельно выпускать камеру, по-моему, это провальная идея, как бы нет смысла, как бы рынок, вот, не знаю, там, Canon, Sony, Nikon захвачен, как бы, какой смысл соревноваться в фотоаппаратах, то есть это вообще бесполезно, мне кажется. То есть вот Samsung выпустил камеру, ну и, собственно говоря, еще одно разряжающееся устройство на рынке. Так, то есть заряд тогда показывает, остальное нет. Это что, логистика? А, честно скажу, я не совсем понял, про что ты спросил, давай лучше поподробнее. Так, Денчик 59 трус, ответь, пожалуйста, я пишет. Все, удачи на дороге. Ты был в Apple Store, спрашивает Иван Жилков. Нет, я не был в Apple Store, возможность была, но не доехал. Почем такой штатив на заднем фоне? Мы его не продаем. Так, у меня iPad 4. Хочу взять iPhone 5. Мне для iPhone приложение
App Store отдельно надо будет покупать. Нет, приложения, которые универсальные, их можно будет установить уже как купленные. И, собственно говоря, покупки в приложениях можно будет установить по тем же аккаунтам. А если приложения были не универсальные, допустим, там для iPad с пометкой HD, а для iPhone без такой пометки, то уже, конечно, придется отдельно покупать. Это отдельное приложение. Как прошить iPhone 5 на Android? А зачем? Почему не купить Android? То это какой-то мазохизм на самом деле. Если уж нравится корпус iPhone 5, ну не знаю, купите BlackBerry. Больше похож на iPhone 5, а система больше похожа на Android. Swagsun, мы можем тебе помочь, наверное, только с чем мы тебя игнорим? Я, честно говоря, не увидел твоего вопроса, кроме вопроса, касающегося ответить плыс или же ответить ли вы мне. Будут ли востребованы часы Apple? Андрейка, да, наверное, будут. Другой вопрос, что они будут уметь, от этого все как... Первый зависит, даже не столь важна цена, как бы, в очередь все равно будет. Другой вопрос, что они будут уметь. Ренат сдался. Да ладно. Сдал напоследок. Делай опровержение, смотри. А что они там выпивают? Опровержение. Купили чая хорошего китайского? Так. Если смотреть, то про этот вопрос. Что думаете о политике Тима Кука? Да все он правильно делает, все нормально. Что они думают-то? Стоит ли покупать iPad mini, или стоит подождать второй с Retina дисплеем? Да ждать-то можно всю жизнь. Можно потом ждать 2S, 3, ну, собственно говоря, не купить. Поэтому если решились, покупайте, не откладывайте. А иначе так прождете, ничего не купите. Илья, покажи iPhone 6. Блин, я не знаю, куда они его дели после этого дебоша. Да? Правильно все сказал? Когда проведут WWDC? Ну, их вроде проводят в июне, поэтому... Думаю, что надо подождать июня, собственно говоря, не так много осталось, и если будет, то мы обязательно проведем трансляцию. Все будет как всегда. Ты там пень до подаки. Так. Почему они бухают, спрашивают? Нормально. Люди, они такие. Авиген. Я что-то не понял даже. Илья, как ты думаешь, когда будет iPad 5? А когда он нужен-то вам? Вы задолбались вот всякую фигню показывать. Хуже, чем Миша был. Вот видите разницу, да? Миша из культурной столицы приехал, он культурный себя. Мы знаем слово поребрик. Так, а ведь это iPhone 6. Простите, Влад, я, честно говоря, не понял, про что ты говоришь. Никита, угомонись! Так написали. А, это в чате, не переживайте. Я угомонился. Черный iPhone 5, краска как? Ну, краска вроде держится нормально, поэтому можно покупать смело. Кого есть черный? Илья, почему ты меня игноришь? Пишет Сергей Солычев. Сергей, я мог просто на самом деле пропустить тебя в списке вопросов. Вопросов очень много, чат 3, поэтому не обижайся, лучше задай просто еще раз. Я обязательно отвечу. Никит, давай так, еще раз. Это просьба, столько восклицательных знаков, ну, будет просто бан. Ну, все-таки не мешай другим. Почему Google Chrome грузит MacBook Air? У меня ничего не грузит, скажу честно. Swagsun, я честно скажу, я не вижу того, что ты пишешь, я не игнорю. И, честно говоря, не пропускаю твои вопросы. Сейчас прям пристально долго сидел, смотрел за YouTube, за чатом YouTube, и не видел ни одного твоего вопроса. Я не верю, что это лайв. Докажи, скажи Apple фигня. Apple фигня, мне это слово, как бы сказать, нет, не проблема. Только другой вопрос, зачем? Давайте еще раз, по поводу iPhone 6. Сейчас мы его показывать не будем. Как бы, ну, хватит спать уже такими просьбами. Вы мешаете, во-первых, мне смотреть вопросы, мне все-таки сложно, я сижу один. Во-вторых, вы мешаете другим участникам смотреть тоже те же вопросы, чтобы просто, ну, не повторяться. Все-таки давайте уважать друг друга. Так, посоветуйте какую-нибудь док-станцию на iPhone 5. Спасибо. Хан, я честно скажу, я не помню, какие производители уже отметились с Lightning-коннектором в своих док-станциях. Но если JBL-ки отметились, то вот ключ JBL в соотношении цена-качество ты, наверное, ничего не найдешь. Поэтому смотри JBL. Вот я прям обеими руками за ним. Так.
Что случилось с 23-м айкастом? Никак не посмотреть его. Он еще просто не выложен, он лежит закрыт. Я думаю, что попозже его чуть-чуть оформят, когда придет. Так. Вы часто так пьете? Вопрос в зал. 10 раз показали мне римскими. Так. Сколько смотрит людей это видео? Видео смотрит 157 человек прямо на данный момент. Когда будет реалити-шоу «Вскот» с ребятами из «Лет Парадокс» в следующий раз? Когда будем выкладывать? В понедельник. В понедельник будет. Так. Какое приложение дороже всего в App Store? Ой, если я не ошибаюсь, там что-то есть, то ли как-то с бриллиантом называется. Ну, в общем, если вам некуда девать деньги, то можно начать с iVIP. Оно тоже стоит там порядка... Ну, в общем, там вариации разные есть. Там и за 300, и за 500, и за $900. В общем, как бы на любой вкус и цвет.